Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и мы продолжаем играть в Баншит. Это уже третья серия. Вот, я только проснулся, поэтому не обращайте внимания, если я буду немного унылый, но это ничего страшного. Вернее, нельзя сказать, что я проснулся, потому что, по сути, я вообще не спал. Я как бы хотел поспать, но мне так хреново, что я даже спать не могу. В общем, это тяжело объяснить, вот. Так, я уже забыл, на чем мы остановились. Так, пока что стоит пауза, да? Так, вроде бы у нас закончились эти вот всякие работы здесь, нет? Нет? Да? Да, нет? Так. А, нет материалов, нет материалов. Нужно больше охотников, чтобы было охотников у нас по максимуму. Да, 3 здесь, 6 в сумме, все правильно. Лесников по 2 человека, этих 8 человек, все отлично. Так, ладно, пусть пока наш город развивается. Посмотрим по ресурсам, что у нас. Сейчас у нас уже шестой год пошел, и, в принципе, деревня наша живет неплохо. Относительно неплохо. 15 детей, 4 студента, 26 взрослых. Скоро студенты станут взрослыми, у нас будет плюс 4 человека. 4 рабочих, 8 рабочих рук, это уже хорошо, если учесть то, что у нас тут много всего еще не разработано. Хотя вот этих чуваков, которые рыбачат, в принципе, можно куда-нибудь переквалифицировать, что ли. Ну а пока что пусть рубят лес вот этот вот, железо тащат, а чувак, лесник, засаживает здесь деревья, чтобы вот эти ребята приносили намного больше, чем они приносят сейчас. Так, лесник... А, вот тут что-то делает, смотрите, вот-вот, хайд-код, это хорошо, нужно будет их несколько штук. Даже нет, здесь дело не в том, что не хватает лизера. Дело в том, что не хватает, я бы даже сказал... О, можно выбрать, из чего делать. То есть, если будет шерсть... интересно. So interesting. Ну ладно, пока что мы построим что-нибудь. Хотя я даже не знаю, чтобы здесь и пристроить, на самом деле, это что такое? Это маркет, да? О. То есть, если я поставлю его сюда, ну так, в принципе, сюда, мне кажется, его нет смысла ставить. Нужно его будет ставить куда-нибудь вот. Вот. Сюда, что ли, чтобы охватывать весь нижний район. Потому что там тоже будут дома. Но это вообще, на самом деле, неудобное место. Вот маркет было бы круто поставить вот по центру сюда. Вот просто оп, и все, здесь вот дома вот так. Ты, будет вообще здорово. Смотри, сколько у нас еды. Еды у нас просто море, поэтому рыбаков я, пожалуй, всех заберу. Рыбаки, не рыбачьте. Вот, и сделаю такую тему, как... Так, этот чувак тоже здесь пока не нужен. Ой, не двое. Так, ноль, все, так, паузу. В игре имеется в виду. Вот, этот чувак тоже инструментов уже наделал, ты здесь не нужен. А ты делай. Приги нам шмотки, а то скоро зима. Уже лето. Так, ну ладно, давайте тогда замутим все-таки. Сейчас по дороге определимся. Дома будут идти дальше таким вот образом. Здесь будет еще второе продолжение домов. Так, это что у нас такое? Это трейдинг пост. Может, построим трейдинг пост, тогда мы сможем торговать с другими людьми, именно доставать всяких куриц там и так далее. Сюда вот его поставим. И проведем к нему дорогу. В будущем нужно будет всю дорогу сделать из камня, потому что по ней они будут бегать в два раза быстрее, насколько мне известно. О! И самое главное, нужно будет построить, я так предполагаю, госпиталь. И вот эти вот еще колодцы. Сюда вот давайте один колодец поставим. В принципе, он довольно-таки близко ко всему нашему пока что городу. Этого должно хватить. Так, билдеры. 8 штук. Ну, пусть будет 5. 5 билдеров нам хватит. Потому что лабораторы должны еще где-то лес здесь срубить, там камни добывать и так далее. И они не должны добывать, ну ладно. И вот здесь вот еще надо будет, наверное, лесную полосу построить. Вот тут вот. В будущем. Чтобы это место тоже охватывало. Ну а дорога пойдет сюда, скорее всего. Здесь у нас тоже что-то будет. Но здесь у нас, скорее всего, все будет в полях. Вот это все место будет в полях. И левую часть, думаю, в полях сделать. Хотя нужно будет оставить место для карьеров и шахт. Ну, шахты у нас будут здесь. Я уже договорился с вами, наверное. Ну, то есть вы видели. Это, в принципе, место никак не организация. Типа, надо посмотреть. Как шахта сюда влезет или нет. Вот шахта у нас.
Да, тяжеловато сделать так, чтобы она влезла. Хотя вот сюда вот уже шахту можно поставить, и это, в принципе, плюс. Сюда вот уже никак. Ну, сюда шахта входит, и, в принципе, это хорошо. Так, просто не хочу делать шахту рядом с городом, это будет не так круто смотреться, как я бы хотел. О, чуваки лабора начали уже все вырубать лес. И это нам, опять же, плюс, потому что доски у нас кончаются. Да, и началась зима, а чувак, который делает фуил, у нас нет, поэтому пусть идет дело. Это то закончится топливо и все. Я сейчас скажу, зачем мы делаем торговый пост. У нас, в принципе, еды дофига, мы будем, скорее всего, ее продавать. Ну, это логично, еды много, что с ней делать, чтобы продавать. Парень опять говорит, нет, лизер мне давайте. Зато у нас есть одежда, и люди теперь, когда будут бегать вот до сюда и вот до сюда, они не будут замерзать. Плюс я сделал отточек дома, в принципе, это не так далеко, так что все хорошо. У нас, кстати, уже 10 студентов, и несколько людей подросли. Я считаю, что пора сделать побольше домов. Вот, а, нет, нет, этот дом неправильный. Его нужно сразу же снести. Так, сейчас скажу, что вместо него... Как здесь надо было сделать? Здесь нужно было сделать вот так вот дорогу. Вот таким вот образом. А здесь уже начать строить дома как раз таки каменные. Один в эту сторону. Другой вот в эту сторону. Еще 6 домов. А, чтобы люди начали дальше плодиться, потому что, по идее, у нас пока все отлично. То есть с едой вопросов нет. Рыбаки нам сейчас вообще пока не нужны. Все идет хорошо. Одежда у нас прибавляется только с каждым годом. 7-й год у нас идет. А, люди растут, лаборов уже тоже фига, кстати, они сейчас вроде бы ничем не заняты. И, наверное, стоит бы сказать им, чуваки, вырубите ко мне вот это вот все. Тут куча дерева, а нам бы дерево, знаете, не помешало, на самом деле. Хотя нет. А хотя да, вырубите нафиг. Так что, лаборы, давайте. В путь, в дорогу. Так, что нам не хватает? Нам не хватает камня катастрофически. Камень есть, камень есть. Главное, на том берегу камня не задеть. Этот камень вырубить, этот камень вырубить. Ну вот этот весь камень тоже можно отсюда забрать. Ой, ребята, вообще так плохо. Я не знаю о чем, но мне вообще так хреново. Поэтому я вот пока, вот вообще реально не смог уснуть. Вот если бы смог уснуть, еще было бы нормально. А так вот уснуть просто не удалось. И я решил пойти все-таки записать серию, но... Сейчас тоже мне плоховато, честно. Так, чего мне там много по еде надо посмотреть? У меня много венишен, венишена и хербов. Здесь рыба, бариес, венишен. Ну, венишен давайте 1000 штук сюда перетащим. 1000 штук. Так. Дальше что у нас есть? Ну, фиш нам, в принципе, здесь не нужен. Roots, onions, это вроде бы лук. Onions, давайте 500 onions сюда добавим. Отлично, вот начали таскать, уже 500 венишен притащили, у нас, правда, еда почему-то... А, еда то, что в порту, видимо, находится, она тоже не кончается. Плюс мы тем самым еще разгрузим эти склады. Хербс, хербов у нас тоже, грибочки. Грибочков у нас тоже нормально. Давайте грибы сюда притащим, штук 500. Нам-то, в принципе, что терять, правильно? У нас еда достается довольно-таки быстро. Машрум... Рутс, где Рутс? Вот Рутс тоже 500 штучек. Сейчас еду всю сюда перетащим в итоге. Без еды мои жители останутся, уже 2,5 штуки натаскали сюда. Это не они так хавают, ребята, не смотрите, это мы так таскаем еду сюда. Ну фиш пусть остается, рыбу пусть они хавают, в принципе, мне это что она. Бариас, давайте еще Бариас, в принципе, 500 штук, почему бы нет. Будем торговать едой, у нас будет такая провизиональная страна, ну, провизиональная деревня, мы будем провизию производить, да? Так, иди в лабор, чувак. Кстати, у нас кто-то погиб. И знаете, что думаю? Поставлю сейчас пока паузу и построю кое-что для людей.
реально кое-что для людей нужно построить. А именно кладбище. Оно будет у нас вот здесь вот на берегу воды. Ну, на берегу реки. И тут же еще потом церковь замутим. 20 на 20 кладбище. Вот таким образом. Оп. Мне понадобится около сотни камней. Это очень много для нас, но... Когда он это кладбище будет готово, в принципе, будет довольно-таки неплохо, потому что люди наконец-то смогут хоронить своих родственников, и мы сможем посмотреть, кто был похоронен, кто он вообще такой, и так далее. Тут бы желательно вот еще забор поставить, капец, так хреново, ребята, вообще капец, голова просто раскалывается, но игрушку хочется поиграть. Плюс все равно нечем заняться, знаете, когда ты лежишь, вот у меня сейчас уже 8 часов утра, а когда ты ложишься где-то примерно в часа 3, да, и просто 4 часа лежишь, мучаешься от того, что не можешь уснуть, то вариантом пойти поиграть в комп, это неплохой вариант, короче. Интересно, как ко мне будет корабль плыть отсюда теперь? Ну, а теперь как бы мой торговый путь есть на карте, и ребята знают, что ко мне можно приплыть, и... Либо вот так вот, либо вот через это место поплывут, наверное, да? Ну да. По-другому ко мне, в принципе, никак не приплыть. Хотя, ну вот по этим речкам, мне кажется, вряд ли кто-то приплывет, но есть какое-нибудь маленькое судно. Хотя это вот тут уж совсем, смотрите, здесь нужно... Можно пешком перейти, судно здесь не поплывет, да. Наверное, я не в удобном месте поставил эту штуку, но нормально. Людям... Вряд ли люди огорчатся. Так, сколько у нас, кстати, в школе людей? 13 студентов. Школа, если бы начнет забиваться, нужно будет построить вторую, потому что такое может произойти. Причем произойти это может в любой момент. Было бы круто, если бы корабль с камнями приехал. Вообще было бы зашибись, отвечаю. Так, ну билдеры нам пока не нужны, лаборы. Бегите, рубите камень. Потому что билдеры сейчас вообще, вот, ну просто никуда они не нужны, потому что у нас камня ноль. Так, здесь у нас будет кладбище. Значит, получается, и здесь нам нужно еще церковь построить. Так, церковь у нас, вот она. Прямо вот справа от кладбища будет. Но правда я пока поставлю на паузу это строительство. Пока просто, как говорится, подготовлю землю. Возможно, потом здесь будет еще кладбище и так далее. То есть здесь будет вот это вот место, это чисто церковное. Вот, видите, здесь так горы отделяют это место, если потом вот сюда будет из жилого района путь. Ну, то есть есть планы, есть планы. Лабораторов 17 штук, люди плодятся, как бешеные причем. И это, в принципе, не есть плохо, потому что если они сейчас все навырубают, пойдут сюда камни нарубить будут еще, это будет хорошо. Но с едой что у нас, как дела обстоят. И почему к нам до сих пор не приехал ни один корабль? Столько лет уже прошло, как я построил этот... Хрень, а корабли такие не плывут и не плывут. У нас же здесь торговый путь на карте, ему торговая точка. Так, ну ладно, и в принципе, знаете, это две какие темы еще нужно нам построить. Обязательно, просто вообще вот необходимо. Это госпиталь. Вдруг у нас люди заразятся чем-то, и у меня не будет госпиталя. Это же ужас, что может произойти, вы представляете? И нужно будет еще построить такую тему, как Хилл Холл. Не знаю, как это называется, Таунхалл, наверное, все-таки, холл, да. Но его я тоже пока поставлю на паузу, и госпиталь не буду ставить на паузу. Эти два домика на паузы. Знаете, как можно вообще сделать? Можно сделать вот так вот домики, каменные. Так вот, пауза... Пауза. Нам пока, в принципе, такое стремительное развитие людей, то есть, как-то развитие жителей не нужно, но в будущем, чтобы эти дома просто здесь были, чтобы мы знали, как они будут стоять, это нам пригодится, я считаю. Отлично. Дерево, кстати, такое неплохое стоит. Так, ну с едой что он сделал? Так, в принципе, с этим тоже все хорошо. Так. Лабр died, a child breathed. Один лабр у нас умер. А кладбище-то еще не готово? Плохо.
что не хватает у нас камня. Я сказал, давно уже вырубить камень. У нас 16 лабораров, они до сих пор не вырубили все, что я им приказал. Это пока, это я им не говорил, вырубить. Так, где же они сейчас ходят? Здесь что ли вырубают, да? А, ну правильно, правильно, камень добывают. А что же еще делать? У нас камня-то как раз таки не хватает. У нас, в принципе, дерево есть. Так, что я смотрю, у нас топлива нет. Да, нужно одного на топливо пойти послать. Таких с инструментами, пусть инструменты нам сделают. Пожалуй, я выставлю другой лимит, уже 200 инструментов. Шкуру у нас постепенно таскают эти ребята. Вот по 40 теплой одежды делают. Это производство у нас. Но я сделаю где-то, наверное, до 250. Все равно нам лизер, в принципе, не нужен. Давайте где будет до 450. Потом, возможно, мы эту одежду будем продавать как раз таки этим кораблям, которые к нам будут приплывать. Возможно, у нас просто нет Тоунхала, и нас еще мало кто знает. Давайте еще одного чувака сюда. Ну ладно, в принципе, зачем здесь еще один чувак? Да. Надо всегда смотреть на эти дома, потому что если Эвентлок не читать, можно... Ну, видите, тут написано Лаборор на Сумер, в принципе, это не страшно. Иногда бывает, умрет какой-нибудь Хербалис. И все, а если у вас не будет одного... Не Хербалис, а этот... Да-да, Хербалис, кстати, он, видите, всего один. Если его нет, то лечить не будет. Нет, смотрите, с едой нормально, они справляются. Они справляются, вот когда сезон начинается, как бы уже 8-й год у нас идет, и все хорошо. Студенты там становятся, некоторые вырастают, смотрите. Два студента, два лаборатора, отличные. Главное, что они образованы. Самое главное, что они образованы. Пусть пока, конечно, тут камень рубит, вот этот весь. А, это железо осталось, да? Камня вообще уже у нас нет. Вот они дорубают последние камни, которые здесь находятся. Ну, это конец. Капец, конечно, с камнем у нас проблемы. Кстати, такое место интересно, может его реально под карьер использовать? Я вам так и чувствую, она говорит, сделай меня карьером. Правда, очень далеко от города, но это не беда. Потому что город у нас постепенно весь переедет потом сюда. Карьер нам, как я понял, нужен, потому что камня вообще нет. Ну, вы сами это видите, вообще, это капец какой-то. Я пока 7 на билдеров, 10 на лабораров сделаю. Так, о! Пауза, первая лодка. Ну, имеется в виду пауза в игре. Так, что же ты нам привез, друг мой? Дерево! И тебе ему... Вот этот чувак хочет купить, продать дерево, и ему ничего не нужно из моей еды. Ну, плыви дальше. Нам твое дерево не надо, как говорится. Не покупает он еду. И вот развлечение у моих жителей падает. Это плохо. Нужно будет пивоварню потом строить. И уже делает сад. Сад, 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 большой сад. Так, тут у нас будет шахта, да, стоять? Надо, кстати, поставить ее. Чтоб стояла, просто тоже на паузу воткнуть ее. Так, кладбище постепенно строится, и это хорошо. Все, камень уже есть, все, кладбище скоро будет готово, и мы сможем отслеживать, сколько людей у нас погибло. Осталось только пойти и построить его. Здесь, наверное, будет второе кладбище, здесь будет еще третье кладбище, и так далее. Город у нас постепенно все равно будет расти. Так, билдеры... О, 77 билдеров, в принципе, это нормально. Они справляются, у нас столько складов, кстати, и что-то как-то ресурсов на них вообще капец. Катастрофически мало. Ладно, хоть с деревом все хорошо. Если у нас с деревом все хорошо, значит, с отоплением тоже есть, будет все хорошо. Ну, это как бы логично, я думаю. Так, ну и ребята начинают постепенно делать карьер. То, что у нас одежда есть теплая, тоже замечательно. И госпиталь уже почти готов. И сразу же, наверное, отправлю какому-нибудь работать врачом, а то, ну знаете, чтобы потом по 10 раз не отправлять, не забрать, вдруг я не замечу, как у меня кто-нибудь заболеет. Все-таки плохо будет. Мне ребята сказали в комментариях, то, что можно приоритеты как-то выставлять, но я без понятия, ребята, как приоритеты выставлять. Может, кто-то подскажет, если в курсе, я без понятия. Так, людей у меня стало много, и смотрите, с едой это проблемы. Видимо, пора подключить эту местность. Да. Пора. Ну и потом мы будем развивать другие виды продуктов. Хотя можно просто сделать так вот, и этого уже должно будет хватить на какое-то время.
Но развивать другие виды продуктов тоже нужно. Хотя у нас пока камня нет. Фишерман. Я лишнего фишермена добавил. Я так понял, да? Да, пятого. Он не нужен нам. Билдеров 7 тоже не надо. 3 билдера осталось, окей. Карьер готов. Нет, не готов. Ну, они его уже строят. Что-то тут наприносили. Инструменты есть, железа мало. Все-таки может построить и то, и другое, чтобы они там и там копали, хотя бы по человек 5, и приносили какой-то ежегодный доход железа и так далее. Ну, давайте сделаем, да, с паузы снимем. Так, и в госпиталь добавим одного человека. Пусть все время будет. Лучше пусть 24 на 7 сидит в своем госпитале, но мы будем знать, что он там есть, и что... Если что-то у нас заболеет, сразу же все будет оперативно решено. Решен будет вопрос оперативненько. Так, железо. Железо вот здесь вот все. Выкопать. Это не камень, это железо, да? Вот. И здесь у нас будет стоять... Дом лесника. Напротив будет стоять Гатхер Хаб. И дорога. Так, ну в принципе там все, ребята. Да, с вами был Демастер. Вот здесь, кстати, может 144 человека поместиться на кладбище. Кладбище довольно-таки большое, так что нам не скоро понадобится. Вот, это была уже с вами, ребята, третья серия. Наш город постепенно начинает развиваться. Нам сюда, кстати, добавить пару человек. Ну, человек 5 на работу. Вот, и это, в принципе, я бы сказал, очень даже хорошо. У нас уже появляется первая карьера шахта. Будут поля, обязательно будут поля. Будет больше домов. Маркет нужно будет сделать. Я думаю, все-таки построить вот где-нибудь здесь. Хотя это, наверное, бесполезно. Не лучше, когда будет сюда вылепить, чтобы он охватывал эти дома и все. Деревянные, на деревянные, в принципе, пофиг. Потом, кстати, можно будет снести и переселить людей в каменные дома. Это более выгодный вариант, я думаю. Так, ну что ж, в принципе, это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. Всем удачи и всем пока, ребята.